Всем привет! И ты попал на канал Вилка. А это значит, что нужно ли тебе чай? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Resident Evil Village. 15-я вроде бы серия, если мне не изменяет память. Сейчас, секунду, я усяду. Мы много что сделали в прошлом, мы вообще много что сделали. Мы сохранились, это нам пятюню дает, давай тоже ему 5 дадим. Вот так вот. Опа, и 5. А, на руку свою смотрю. Кольца рассматривает, складки рассматривает. Говорит, вчера мороженое потерял. Вот складки ищет потерянное мороженое. А, в принципе, наша задача добежать до туда, до откуда мы прибежали. Мы сохранились. Вот. Какой-то километровый путь получается у нас. Не особо длинный, не особо короткий. Я не помню, что нам надо сделать. Но у нас открылся срез. Это я точно помню. Во, вот здесь вот панелька должна заработать. Вот здесь, сзади тебя, вроде бы как. Нет. Вот левее. Левее. Вот. Вот панелька, да. Может, туда сначала? Ну, как хочешь. Вот, потому что мы вроде бы дали электричество, или, может быть, его до конца не дали, но вроде бы должно работать, а может быть, нет. Ой, короче, сидим, плюс 45 миллионов градусов, жарко, душно. Хочется быть где-нибудь в прохладном месте, в Антарктиде где-нибудь. Вот здесь у нас срез открылся слева, вроде бы, да. Вот, и мы можем пойти... нет, левее мы должны пойти вот здесь. А этот не встанет? Ты здесь уже бегала мимо них, они никто не встали. Но если они встанут, то твоя задача убежать. Вот сюда можно кинуть гранату, мне кажется. Или вот так? Не. Жирно? Ну, не знаю. Ну, в принципе, без разницы, может, эта штука. У нас, кстати, на нее вообще патронов... много, а мы их и не тратим. У нас... А, сколько? Перезарядись. Перезарядись, говорю. У тебя она на быстром доступе есть. А, точняк. Вот у нас патрончики. Мы обменяли один патрон на много. Вот так, мы запчасть цилиндра какую-то нашли, не знаю зачем. А, опа. А сзади есть еще? Ничего нету больше. Ну, такое себе, патрон одной вот такой штуки на 6 дробовиков. Хотя, дробовик посильнее, наверное, будет, если 6 патронов. А, резервный генератор. Вот сзади тебя вещь какая-то мелькала, я видел. Вот здесь, да. Здесь нет? Ничего нет. Просто через стенку что-то мелькало, я думал, это здесь вещь, но, видимо, нет. А, так мы, получается, все равно тут сюда и пришли обратно. Куда сюда? Мы здесь не были? Всем спасибо, кто смотрит Резидент, кому интересно наше потрясающее прохождение в лице Ани. 2,5 человека. Ну как это? 4,5. И вот думай о том, кого мы считаем половинкой. Тебя или нет? Ничего нету. Мина. Открыть. Вот мина, короче. Чуть не пропусти. А есть еще такие шкафчики? Я бы еще взял. Ты, кстати, карту открывай, смотри, там проверяй. Все, вещь взяли, можем дальше. О, там типа это что такое? Это ты стену сломала. Нет, это я поняла, но там что-то... Восклицательный знак, это там, где у тебя мелькало, что у тебя чего-то не хватает. Генератор почему там какой-то. А куда идти? Там слева был вроде бы проход, вот здесь нет? Да, с той стороны. Все верно, Аня. Ты проход и не заметил. Здесь надо опять ножом. Ну, вот эти вот, кстати, загадки с дверью какие-то легкие. Можно было бы что-нибудь посложнее, поинтереснее придумать. А то ломать лампочки это не лучшая и не интересная задача. Ой, еще какая деталь лежит. Подожди. Да-да, жду, конечно. Я вообще самый главный ожидатель. Ой, смотри, нам шестерню со звездочкой дадут сделать. Карта фабрики. О, прикольно. Нижние этажи. Ты такая посмотрела, увидела, что мы еще много где не были, и такая, блин. А где это уже мать Миранда? Сколько можно это терпеть? Механический боец, солдат, версия 1. Взял труп взрослого мужчины, удалил сердце и вставил каду. Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мозг мертв, поэтому он лишен разума.
Ходит, повинуясь инстинкту разрушения, а потом останавливается. Механический боец, солдат, версия 1.0.1. Прикрепил оголовье к черепу. Сука, оголовье. А, это на VR вот этот вот. С электродов считываются стабильные мозговые волны. Первый эксперимент. Бой с оборотнем. Разобран на части и съеден за 3 минуты. Поражающая способность и убойная сила недостаточные. Механический боец, солдат 1.10. Заменил нижнюю часть руки буром. Это те, которые там стояли. Угу. Недостаточно энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело. А, может взять живое тело. Механический боец, солдат, версия 1.15. Установил каду реактора в грудь. Запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент. Бой с оборотнем. Убил 3 оборотней за 1 минуту. Хороший результат, но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. Это тебе подсказка. Это мои будущие враги? Да, чтобы их уничтожить, надо уничтожать реактор. Вот такие вот дела. Опять срез, походу, какой-то, да? А что это такое у меня взято сейчас? А это пистолет мой такой? Угу. Ты что, забыла? О, мы открыли срез, у нас эти... эта дорога... А я не знаю, зачем она нам здесь нужна. Мне куда идти? Так, обратно можешь идти. Вот отсюда, да. Чтоб лишний раз не тревожить их сладкий сон, мы оттуда не пойдем. Мы пойдем вот отсюда, да. Иди сюда. Да-да-да. Кто-то пошел, кстати. Надо их как-то, знаешь, замансить, а мы можем пойти обратно. Чтоб не тратить на них патроны. Куда? Вот здесь вот, беги-беги. Здесь беги. Нет-нет-нет, не сюда, вот сюда беги. Беги-б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 еги. А здесь налево. Все. Так, у нас новую деталь мы можем сделать, я так понимаю, вот здесь. Да. Это, скорее всего, безопасная зона, и, скорее всего, здесь нас ничто нет. Не страшно, здесь никто не придет. Это типа зона, в которой мы... Возьми детальку и убегаем. Детальку надо было взять. Потому что ее надо вставить сюда, наверное. Блин, а с ним по-любому надо сражаться. Не. Убежал? Ну, сыкло, испугался нас. Сюда идти? Не знаю. А она откуда? А здесь подписывается, что надо сделать? Вот, вот так вот, я понял. Литейная машина, окей. Переключатель, окей. Так. Ключ Гейзенберг, окей. Ну, здесь, кстати... Так, это головоломка с шаром. Рычаг генератора. Это где? А, все понял. Ну, по идее, если я правильно понимаю, нам нужно бежать... К зеленой двери. Ой, ты что, в очках? Да. Нам нужно бежать вот, скорее всего, вроде бы сюда. Вот здесь где-то был у нас срез. Вот на срез забегаем, потом так бежим-бежим, и вроде бы здесь. Ну, короче, там, где зомби вот эти. А он оттуда, да. Он там и стоит. Ну, наверное, да. Я не уверен полностью, туда ли, но вроде бы как бы да. Так, может быть, помощнее что-нибудь возьмем? Ну, тебе надо в генератор строго попадать, вот в этот, в сердце у него, который. Все остальное сильно не имеет значения. Сюда идешь, нет? Слева он. Вот он. Я что-то, ты так резко шуганулась от него, я что-то вспотел резко. Ну, у него, наверное, тоже зона есть, куда ходить. Он слева. Должен быть вот здесь. Ну-ка, иди, иди, попробуй туда. Куда? Может, он там, ну там. Вот сюда? Да. Здесь направо он. Вот здесь должен быть. По идее. Вот нам сюда шестерню вроде встать, да?
О. Гениально. И нам это запускает реактор. У нас открывается вон там дверь. Здесь налево, ага, здесь налево. Здесь налево. Налево-налево. Здесь направо. Нет, нет, ой, того, туда в угол, нет. Какое разочарование. Ладно, подожди, сейчас разменемся. Все. Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары Миранды. Я очень, очень разочарован. Она похитила меня. Здесь налево. Мать здесь прямо. Сделала здесь своими детьми. Заперла нас в деревне. Ну, налево, скорее всего. Мы прислуживали ей десятки лет. Ты хоть понимаешь, Итан, насколько это унизительно? Какое узкое тут пространство. Может, дробовик? Я не такой, как сестры. Я хочу лишь освободиться от этой сучары. Мне нужна сила. Давай, давай. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Ну ладно, убьет, убьет, да? Ничего не стоит. Ну да. Вот плоды моих стараний. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Где он? Зря ты отверг мое предложение, Итан. Ну и урод. Нормально, пока мы ни с кем не пересеклись, я вполне себе доволен. Патронов-то сколько пихают, ты посмотри. Так. У нас вот здесь лестница есть, и вон там лестница есть. И я вообще не знаю, по какой лестнице идти. Попробуй по этой. Ага, это разные лестницы, я понял. А, нет, это в одно и то же место идет. Да-да-да, правильно идешь, значит. Сейчас надо сломать вот здесь ножом. Он сзади. Нет. Ладно, убегу, если что, да? Ну, ты можешь, у тебя много лечилок, ты можешь допей сразу все. Нет, нет. А он здесь реально, блин. Это же паникушный момент. Тихо, 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 тихо. Ножик. Блин, надо на его на быстрый доступ, наверное, да? Да я не знаю, ну, вместо с гранатомета только. Вот сюда, на четверку. В принципе, F. Садись. Садись, садись. Все, открывается дверь. Дверь быстрее открывается. Все закончилось, продолжаем. Ай-яй-яй, как ты больно бьешь, дурачок. Местный дурачок. Ой-ой-ой. Стоп, я не понимаю, паникую. Уф, спокойно. Реактор, видимо. Попадание, его два нет. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай. Нормально. Один лишний. Перезарядка. Нет, здесь не ходи. Пойди-ка вон туда. Он последний остался, короче, вроде бы здесь. Я смотрю, короче, как ты играешь в Resident, и мне становится стрёмно, потому что как будто бы я скоро буду четвертую часть играть, и мне кажется, я буду играть еще хуже. Да нет, я просто, я видишь, я нервничаю, вот потому что мне реально страшно, как будто они на меня прям нападают. Так может надо... Всё, битыки-ты. Да. Можешь что сделать, хочешь? О, прям так! Карту открой. Ой, снизу еще что-то было. Нет, там закрыть. Карту, карту, карту. Точно закрыть? Ну да, ладно. Здесь что-то еще просто мелькает. Не синий у нас. Так,
Ой, вот здесь мина была. Слева. Вот здесь справа. Нет, нет, вот выйди из комнаты. Здесь слева. А, вот лестница. Ну нормально идет, у нас миллион патронов, мы ко всему готовы, кроме вот этого однорукого дурачка. Ой-ой-ой, не туда, мне кажется, надо было туда бежать налево. Там был бы тупик сейчас. Нет. Короче, тебе его здесь надо обмануть по-хорошему и убежать. Аня, в панике аж карту как будто лучше запоминать, чем не в панике. Куда? Ну, вообще впрямо, наверное. Там просто шкаф с предметами еще. Нет, вот предметы за тебя. Вниз, или нет? А он дистанцироваться будешь. Господи, как же понятно, что я вообще не могу. Я прям чувствую, как они волнуются. Ее волнение написано у тебя на лице. А, там был. Блин, я уже путаюсь. Не-не-не, не туда. Направо, не туда! Вот сюда. Все, здесь наверх. Здесь прямо шкаф открой, вот этот, прям перед тобой вот он сейчас. Бери все. И вот сюда. И на картаны. Все. Кнопку нажми. Нажал? Да. Все, и по мосту идем, и нормально. А, классно, красиво. Вообще патрон не потратили. Я не могу. Давайте без этих чудищ, пожалуйста. Да, давайте сразу нам Гейзенбург. Этого бургера. Мистер Бургер. Мы же там что-то по пути не взяли, но ладно. Ты боишься? Да. А вот эти вот электрощитки, они зачем нужны? Они же не просто так, наверное, мигают. На спине. А какая разница? Ты просто дверь открой и убежим отсюда опять-таки. Зачем тратить на него патрон? Убегаем! Тронул, да? Тронул чуть-чуть. Чуть-чуть. Ань, тебе надо далеко убежать, чтобы он тоже далеко убежал, чтобы потом спокойно открыть. Ну ладно. Наверное, не туда. Все-таки. Не на него надо было бежать. От него? Обратно? Обратно к тому? Ну, у тебя там пропеллер, и ты прям как в мясорубку в него, понимаешь, входишь. А такая, типа, ну так нормально, так и надо. Это он сейчас сразу появится тут?
Я не знаю, где сохранение. Вот. Ну, недалеко откинуло, чё ты пыхтишь. Очень даже недалеко вообще, вот прям рядышком. Прям дверку открыть сейчас просто забежать, и все, и хорошо. Мы все знаем, и там мистер пропеллер. Вот порох, вот. В прошлый раз не заметили, хорошо, что умерли. Проверка на перезарядку, мы поняли. Гатун такой. Я вообще-то главный развлекатор. Я тамада. Я скажу ему да. Что за вот эти вот лампочки, я не понимаю. Ой. А ты дверь не хочешь, да, ударить? Нормально. Вот выведи его сюда, он до отсюда дойдет. Ты развернешься, побежишь и откроешь дверь. Все, проблем ноль. Вон он идет пока медленно. Дождись, пусть дойдет нормально. Все, беги. Все, открывай дверь. На картоны. Ой. Почти. Все хорошо. А что, входить не будем? Подожди. Еще раз. На всякий случай просто пусть идет сюда. Итак, дорогие мистер Железный друг. Мистер. О, человек бензопила получается. Отсюда сплагиатели иди. Где? Не туда, ну сзади же, что ты ищешь? Ты где заблудился? Опять ты? Опять он! Садись! Они не туда! Я потому что резко разворот нажала. И ты такая, ну пойду сразу к нему. Нет, и он просто не прополз. Видишь, я путаю кнопки. Но сейчас был лучше. Замечательно. Сейчас я случайно дорогу нашла, если честно. Я вообще не понял, ты подошла к двери и такая, где? Я думаю, ты двери не видишь прямо перед собой. Где? Здесь порох справа. Пистолет, перезарядка. Ну ладно, зато я весело играю. Да. Так я что, тебе что-то говорю, что ли? Берем. Берем. Мне кажется, или из этой коробки каждый раз что-то разное выпадает. Идем сюда. Опа. Тебе просто Q надо не нажимать. Q плохо да. На тебя влияет. Смотри, спидран пошел, проходим сюда, место самое сложное сюда, в игре. Сюда. За 2 секунды. Вот. Внизу. Заходи прям. Заходи, заходи, не убегай, заходи. Ну ладно. Налево надо, налево, когда он приходит, налево и сажусь. Да. Все, ты права. Бегу до конца. Поворачиваю налево, поворачиваю. Забежала. Сюда. Здесь налево. Сажусь. Все. Мы прошли самое сложное место в игре. Дверь. Так, здесь ресурсы должны быть. Ресурсы должны быть, я сказал. Вот. 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 Карту открой. Не паникуем, это безопасно. Да, все, выходим. Вот, все, классно. Проскипали, так сказать, самый сложный момент в игре, опять-таки. Можем дернуть за рычаг. Лифт приедет, да? Да. Или, а у нас там лестница еще, у тебя чулки дрожат? Да. Справа лестница еще вот здесь. Да, сейчас. Сохраняешься. Сохраниться хочешь. Конечно. Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент. О, это мы посмотрим, давай. Что есть? Хотите что-то купить? Да, посмотреть хотим. Так, смотри, а кошелек герцога в первую очередь. Прошу вас, изучите мои новые товары. А это нам надо? Стальная деталь. Подожди, что написано? Стальная деталь. Что-то было прикреплено к ней, ценное сочетаемое. Ну ладно, пока не будем продавать. А может ее надо покрутить, посмотреть, что в ней есть. Ну ладно, припасы. Прошу вас, изучите мои новые товары. А что нового-то? Все то же самое, я все это видел. Что, дурачок?
Давай, может, улучшим что-нибудь. Ну, как хочешь. Пока не вижу, не... Ну, если только, может, магазин пистолета улучшить, как вариант. Че? Магазин пистолета? Да. Типа, купить у него... Нет, боезапас вот самый нижний открой. Пистолет. Пистолет. Нет, это снайперская винтовка, Аня. Вот. И увеличить боезапас с 15 до 18. Ну, как вариант. Единственное, что я вижу пока необходимость. 42 тысячи? Вот именно. Три патрона. И то такой себе. Вот. Попробуй цилиндр. Открой. Покрути. Может, что-нибудь там есть. Е. Вот. А, ее объединить с чем-то надо. Ну, ладно. Может быть, найдем, что ее объединить с чем. Пока тут непонятно, с чем ее объединить. Железная деталь. Странный. Ага. Сохранись. Ты это заслужила после 2-3 смертей. Мы туда больше не пойдем. Не пойдем больше? Ну ладно. А вот сюда наверх пойдем? Нет, нет, не сюда. Вот сюда, да, вот сюда. Тара-тара-та-та-та-та. Что, локация такая, знаешь, запутанная, неприятная, прям не очень понятно, куда что надо идти. А здесь есть именно? А здесь нет. Путь будет долгим. Блин, прикольно, слушай, выглядит, да? Вообще офигенно. А ты думал уже, что будешь на эту превьюшку брать? Потому что Гейзенберг это уже был. Может быть, на превьюшку мистера вертолета? Да, можно. Я, знаешь, что подумал? Что мы давно с тобой козлов не видели. Наверное, мы столько козлов уже пропустили. Может быть, кстати, да. Зачем мне деньги дают? Вот я тоже не понимаю этого. Эти жалкие 2000, улучшение 42 тысячи стоит. Им, чтобы дать нам возможность улучшиться за эти деньги, надо 21 раз еще дать. 21 раз. Миранда считает, что мы просто дети. При этом ей совершенно нет дела до нас. Она давно утратила всю человечность. У тебя какие-то психологические я проблемы, да? Уничтожить ее. А себя уничтожить не хочешь? Мне посрать на ваши семейные разборки. Ну и плевать вообще реально на вас, честно. Кто там из вас дети, кто не дети. Вот мужик с топором. Ты, ты копай, ты работник мест. Ну, работа, работа. Ты шахтер. Нет, да? Ты нас увидел и решил пойти. Ну, ладно. Увернулся, говнюк. Там еще один шахтер. Тара-та-тара. Чтоб помощнее шахтеров тут не было. Да. С бурами вместо рук. А, кстати, там закрытая зона была. Я предлагаю тебе вернуться и там пройти. И убить того шахтера. Вот этого? Да-да-да. Там же что-нибудь лежит. Ну, по-любому. Нет, жирно на них. Что ты хочешь? Винтовку. Ну, хотя тут один патрон, а там этот. Ну, я вот не знаю, блокирует ли шлем выстрел или нет. Ну, давай попробуем. Нет. Даже ты, не снес. Ты в прошлый раз на бомжей вообще тратил крылатых эти патроны. Вот это сейчас лишние патроны два были, наверное. Ой, сколько всего тут что-то лежит, много ценного. Бомба, бомба, трава. Не зря сходили. Оно того стоило, так сказать. У нас есть лечилки? У нас много, у нас штуки две еще. Много. Ну, две это много еще. Много считаю. Штуки две. Вот. Ой, смотри, смотри, сзади, сзади. Это вот здесь, сверху. Справа. Вот, 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 вот. А я могу ножом? Ну, скорее всего, да. О! 8 молодец, патронов. Молодец, хорошо, что ты глазастый. Спасибо. В своих очках. Да, у меня очки как бинокли. Я все вижу. А что, у вас тут много, нет? Два. Три. Три. Три-три. Вроде бы. Ой.
Погоним. По одному, ребят, по одному в очередь в шеренгу становись на один, на раз, два, три, рассчитайся. Рачи, а что ты побежала? Я хочу их в одну кучу собрать. Та-да-та-та-да. Опа. Вы собрались нет в одну кучу, ребята? Хоровод-то запивай. О, бум. Ты решила просто пробежать и убежать? Ну да. Ну давай убежим. Можешь прям нырять, если хочешь. Ну тут как бы, ну, вроде еще что-то должно быть. Ну можешь раз кешку побежать, проверить. Смотри, они разделяются. В смысле? Хитрые. Один оттуда и другой оттуда идет. Во стратеги, конечно. Я такого от них не ожидал. Подожди, мне кидай, пусть поближе, блин. Пусть вот прям в узкий проход. Да, сейчас пусть сюда зайдет. А чё у вас тут? Этот? Идёт? Нет тут? Двое только идут? А вон трое. Ну, один минус, второй минус, третьего добить. Пойдёт. В грудах стреляй. Какой живучий, и бомбу он выдержал, и от выстрелов не умирает, то посмотри на него. И все дали обломки бесполезно. Как это бесполезно? Мы сейчас патроны сделаем. Ну да, справедливо. Да у нас пока много всего. Да, норм. Это значит, что скоро... Слева... Посмотри в шкафу еще раз, пожалуйста. Нет, да ничего. Что это, что-то? Я не знаю, может камень где-то валяется, блестит. Тут же вот мы где-то камень нашли. Возможно, здесь еще камни есть. Возможно, мы где-то дальше в туннеле ничего не увидели. То есть туннель здесь един. В этом суть. Можно было, короче, просто забегать и тратить на них патрон. И бомбу. Магат. Лестница. Ты испугалась чего-то? О! Нормально. Лутецкий какой-то. Нет, что мне стоит? Перезарядись. Перезаряжаться не забывай. Вдруг тебе понадобится потом когда-нибудь. Слева камень еще. Слева. Слева. Вот зелененький маленький. Нет. А да. Все? А может этих чуваков можно бить с этой оружки? Каких? Которые вот с бурами? Да. Но там надо в спину все равно стрелять. То есть как бы ауешь. Как-то да? Надо обманывать, да? Ну да, они же как бы бьют и зависают, они перегреваются. Там же было написано про это. Что ты сохраняшка? Тут все рушится. Вон ящик слева. Пара-па-пара-па. Металлоперерабатывающий завод, получается. Так. Наверх? Ну, наверное. Если хочешь что-то еще посмотреть, посмотри. Двое! Еще один! В смысле один? Может вы друг с другом поделитесь, ребят? А мы можем просто их тоже пробежать? Они тут летают. Слушай, ну их по-любому... Это как мини-босс. Не, мне кажется, можно пробежать. Думаешь, нет?
Я просто не знаю, что в конце этого коридора. Ой, ты попал, кстати, ему в сердце вот в это. Блин, надо... Тихо, что берем? Давай просто попробуем. Вдруг получится. Угу. Револьвер слишком жирный, я не попаду с первого удара в них. С револьвера опасно тратить. А вот эту штуку мы все равно и редко пользуемся, правильно? Да? Угу. На. На! Мы вот так умеем, мы можем сказать «на». Вот это было зря, как будто. Господи, вот это у вас длинная, конечно, заставочка, как вы видите. Это бутерброд какой-то получился, тебя жаль. Спокойно. Спокойно, ребята, спокойно. Сердечко свое прикрываем. Все. Они как ты знаешь, они вот бьют, но как будто бы не этот. О, он не проходит? Да. Ну ты в блоке же стоишь. Ну да, но ну. Все равно, ну типа, вот перезарядку тот чувак... Может? Ой, блин, хорошо здесь. А тот чувак в спину тебе бил, как минимум. Может, я боевиком уже надо удар подняться? А я нажала. Видимо, нет. Дай пройду. Дай пройду. Может, вы без меня там будете обниматься? Алло. Давай, 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 почти добежали, почти. Все, почти. Ура, ура. Давай, давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И вот зато дверь, дверь, а, дверька, дверька, дверька. Нормально. Нормально. Может, они даже да их добьют. Блин, какие-то, знаешь, не знаю, странные чуваки. Они не страшные почему-то. Ну как? Опа. Прикрываться будешь? Он всегда так делает. А он один остался, что ли, девчонка? Бу-бу-бу. Иди домой. Ну, Итан. Да хватит тебе прикрываться тоже. Реально, где второй? Может, его бензопилой добил? Мы просто не так вроде много стреляешь, по-моему. Это опасная атака. Все? Да еще не сюда сколько можно. Молодой. Молодой и некрасивый. Молодой и немолодой некрасивый. Конец. Большой кристалл. А все, раз никого нет, то можно вниз спуститься, ресурсы все собрать из коробок. Не думал я, что мы, конечно, будем с ними драться, их побеждать, если честно. Я думаю, что я пробегу? Да, я пробежал. Не, это, конечно, можно было сделать. Это вообще, мне кажется, изи было. Если честно. Мне, меня те чуваки из Бурни пугают больше, чем эти. Но эти улучшенные их версии.
Все же? Ну, наверное. Вот мы были уже, это самый нижний этаж. Не знаю, как там второй умер быстро. Я тоже не понимаю. Он как будто в этот влетел в вентилятор и, видимо, умер от этого. Мне кажется, я как будто этот... Не одного била, а двух одновременно. Хотя, может, и одного. Не знаю, на видео. Нет, мне кажется, ты била в одного, потом в другого, потом в одного, потом в другого. И почему-то один умер. Не знаю, почему. Ну, ладно, нам же легче как бы. Правильно. О. Тут сохранения очень редкие. О, вот он, смотри. Его надо как-то вырубить. Модулятор? Надо вот в эти штучки пострелять, вот эти, да. Слушай, ты был прав. По поводу? Ну вот, то, что его вентилятор, видимо, засосал или что-то. Ну, наверное, да. Половина патронов у меня, как всегда, мимо. Ну, там еще в центре есть. Последняя. Патроны кончились. Жестко, жестко. Все, закончилась эра патронов. Я уже. Давай. Ура! Сейчас в миг будет взрыв быть, смотри. Нет? Нет, становится просто. Но это странно. Разве он не должен засасывать? Вот так, да? То есть это лестница. Удобно. Ну, это так повезло просто нашему дорогому Итану, что это лестница. А на самом деле это, конечно, вентилятор и пропель. Такая большая площадка, такое ощущение, что здесь тоже будет бой. Еще один босс будет. Может, ты храняшку мне? Не, бред какой-то. Вот Гейзенбурга победишь, будьте сохраняшка. Без Гейзенбурга... Вот сохранение было только что. Да это такое, оно не считается. Надо мы обратно к этим чувакам идем. Надо на печатной машинке сохраняться. Записульки, смотрите, дают. Две записульки, еще карты. Господи. Улучшение солдата реактивная тяга. Прицел прицепил к солдату реактивные раницы, головные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась. Опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь можно преодолеть труднопроходимую местность. Улучшенный солдат бронесолдат. Установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открытые участки тела. Опыты показали, что он неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Бронесолдат. Броня ломается от сильных залпов. Надо продолжать разработку. Который? Это, возможно, еще такого не было. Возможно, такого еще не было, и мы с ним еще скоро познакомимся. Нам серию пора заканчивать. Да давай, пока идет. И до, может, до 50 минут. Может, сейчас сохранишь где-нибудь? У нас здесь есть лестница слева, как минимум. У нас там есть нижний проход. Надо подумать, куда мы пойдем, в нижний проход или в лестницу. Слышишь этот звук? Так, пошли сначала в нижний проход. Что-то здесь, что-то как будто масштабное. А вот в лестнице, в нижнем проходе, наверное, секретик. Они его типа спрятали. Да-да, конечная остановочка. Дорога больше здесь никуда не ведет. К счастью. О! А вот эта штука, наверное, объединяет... А, нет. Шаблон шара, мы должны сделать шар. Сами? Так нечестно. Пусть мне готовый шар дают. Ты все взяла здесь, посмотри. Это тот, куда мы пришли, стучу. Ну, иди дальше. Кто
тут шарик, этот, наверное, какой-нибудь кристаллик, тут шарик, или что-нибудь такое. Че? Кто его знает? Ой, сейчас надо вон туда стрим-центр, иначе умрем. Норм. Хорошо, что все такие точки подсвечиваются. Иначе было бы не очень. Капец, так-то опасно сейчас было. Черт, пронесло. О, кристаллик. Где? Вон на мосту. О. Не знаю, зачем он нам нужен, потому что он явно бесполезный и дешевый, но да ладно, пусть будет. О, козел. Нифига, я даже его не заметил сначала. А как? Ты чё? Попробуй присесть. Ай, все. Это что такое? Не, вот здесь, вот, поверни вот сюда голову. Ну, вот сюда. Там ничего не будет. Мы можем, в принципе, закончить, а можем... Ну ладно, давай еще до 50 минут доиграем. До сохраняшки добежим. Добежим. Дай бог. Дай бог. Сохранение. Прыгать? Ну, наверное. А он не прыгает? Смотри, слева, справа проход может какой-нибудь. Хочешь по трубе? По трубе аккуратненько сейчас пройдем. Ой, Гейзенбург, конечно, такой завод построил, а столько проблем с ним. Не мог, что ли, маленькую пекарню открыть? Булочки бы занимался. О, опять лифт, походу. Это вызвать лифт, а это поехать на лифте. Совсем скоро, Миранда, начнет церемонию с твоей розой. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью розы. Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розу? Ну попробуй. Нам дают одни патроны для дробовика, как будто игра такая, ну, пора бы уже переходить, а они все с пистолета игру проходят. Нам очень много патронов дают. Угу. Ключ. Ключ. Да, вон лифт, кстати, вон сохраняшка, судя по всему. Ура! А может быть, мы сделаем шар, пройдем головоломку и потом закончим? Давай. А, шар-то далеко бежать делать в этом. На первом этаже вообще. Ну ладно, тогда в следующий. А тут что, тут ключ нужен, да? Угу. Ну вот, тот вот, который нам дали форму только что. В принципе, можем на этом закончить. Я его вожу, короче, туда еще. Ага. Все, сохраняйся, погнали. Заканчивать. Какая тяжкая игра. У тебя, кстати, полоска на красном, тебе полечится. Ладно.
Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, как тебе серия, как тебе реакция. Также залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Boosty, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.